основана на реальных событиях. Острова всегда были загадкой. Еще с самого начала, когда сюда попали первые полинезийцы 1500 лет назад. Они поплыли за восточной звездой по имени Нанамуа. И они плыли за этой звездой 3000 километров на маленьких каноэ. Они думали, что нашли рай. Но рай ускользает, сколько бы его ни искали люди. Сюда прибывали чужаки. Они также искали этот неуловимый рай, даря нам новую жизнь. В 1820 году Торнтоны и Хирам Бингем прибыли на острова, чтобы сообщить нам добрые вести. Что ж, почтенный. Надеюсь, ты этого ожидал. Невероятно. И что хочешь делать с этими дикарями? Это люди, Джек. Они голые? Не бойся, дорогая. Скажите это капитану Куку. Когда чужаки прибыли в деревню, их не ждали теплым приемом. У наших людей отличная память, и все они помнили призрак капитана Кука. Также мы презираем тех, кто охотится на наших женщин. Все было плохо. Что вам нужно от Олани? У меня есть письмо о намерениях от папы Акия из Бостона. Он организовал мою встречу с главнейшей. Тут небезопасно, нас не ждали. Тише, Каноа. Я главнейшая Капиолани. Очень рад познакомиться с вами, главнейшая. Мы не знали, что вы так молоды. На островах важен ранг, пастор Торнтон, а не возраст. Я рада, что вы приехали. Пойдемте. Макана, Капу, помогите гостям с багажом. У вас прекрасная страна. И вы все так хорошо говорите по-английски. Нас учили британские моряки. Это начали подчиненные капитана Кука 50 лет назад. Понял. Генри, не провоцируй их. Главнейшая держит все под контролем, ведь так? Они показывают на нас пальцами. Идем, идем. Мы не знали, что делать с этими чужаками. Они были не похожи на тех, кто хотел лишь пить ром и насиловать наших женщин. Они приехали за другим, и нам было нелегко. Ранее вы встретили женщину, которая защитила девушку. Это была жрица Каноа. Да, помню. Она не похожа на других. Боги очень злы на нас. Не верю я в Бога. Я верю в себя. Мы видим, Джек. Боги? Да. Пели. Богиня вулкана. Она сформировала наши земли. Мы очень боимся ее. Генри, куда мы идем? Я устала, мне нужен отдых. Зачем вы приехали? Мы приплыли помочь. Вы хотите обратить нас? Нет, на это способен только Бог. Тогда зачем вы приехали? Помочь. Мы хотим помочь вам, чем сможем. Почему чужеземцы считают, что они могут помочь нам? Вы приехали сюда с оружием? Этим оружием мы будем вас защищать. От чего? От другого оружия. Что случилось? Богиня разозлилась. Будет война. Поправьте меня, если я не прав. Но ваша богиня всегда зла. Она темпераментна. Она пожирает землю. Пели, наша богиня Халима Умаум жила с мужем Лохио. И когда Лохио поцеловал другую женщину, то есть ее сестру, она накрыла его лавой. И как вы успокаиваете ее? Жертвоприношением. И кого вы убиваете? Людей.
Мы не всегда убивали людей. Один священник стоит и рассказывал нам про это 900 лет назад. И его звали Паао. Но король Камехамеха II отменил это пару лет назад. Но некоторые хотят вернуть эту практику. Кто хочет вернуть настолько варварскую практику? Ваша Пели очень ревнивая дама. Разве в ваших святых книгах нет ревнивых святых? Нет. В Библии написано, что нет никого выше Господа Бога. И почему вы осуждаете меня? Ведь ваш Бог тоже жесток. Я не осуждаю вас. Если бы я осуждала, вы бы почувствовали это. Поймите, мы не хотим надурачить вас. Тогда зачем приехали сюда? Мы разговаривали с вашим человеком в Бостоне. Он пришел к нам и рассказал, что ваш народ мучается. И наша вера направила нас к вам. Мы плыли 10 месяцев в тяжелом состоянии на сломанном корабле. Мы приехали помочь. Строить здания, высаживать растения и присматривать за больными. Мы привезли хорошие новости. Хорошие новости? Значит, это правда. Там ваша хижина. Капу, Макана, отведите их. Регистрируйся с промокодом 25winner и получи эксклюзивный бонус от надежного букмекера BetWinner. Ладно, я вернусь к кораблю. И надеюсь, у них осталось мало кетчупа. А что такое? Ну, вас будут с ним есть. Удачи и прощайте. Иди. Хели. Махало. Я знала, почему они приехали. Наш предок Генри Апукахайя поехал к ним пару лет назад и умер. Но его дух принес нам добрую весть об их боге. Но у нас уже были боги. И много. Зачем нам еще один? Что заставило их приехать к нам, чтобы рассказать об их боге? К нам приехали враги. Дела плохи. Откуда они приехали? Из чего ты взяла, что они наши враги? Потому что они приехали с той земли, куда уехал Апукахайя, и эта проклятая земля зовется Америкой. Корабль увезут? Да, он вернется в Англию. И вы с друзьями останетесь здесь? Да. Чего они хотят? А ты как думаешь? Они хотят заставить нас поверить в их бога. В того, в кого верил капитан Кук? Да. В того, в кого верил Кук. Раньше чужеземцы привозили сюда оружие и пушки. Но они ведь другие. Мне кажется, они приехали помочь нам. Не глупи. Их надо выгнать с островов. Надо спросить Пели. Я не хочу умирать. Мы не умрем. Сначала умрут они. Будь осторожна. Может, у них есть свои боги? Да нет. Я чувствую их страх. Их боги слабы. Их боги не защитят их от меня. Что вы имеете в виду? Пели злится, но ее гнев утихнет. Я говорю не о Пели. При всем уважении, главнейшее. Но я говорю о Боге, который создал землю и все остальное. Есть только один всемогущий Бог. И без него не будет ничего. Знакомьтесь, Акира Эндо. Приятно познакомиться. Это самурай из Японии. Интересно, мистер Эндо, как вы оказались здесь? Я был послом Японии в Голландии, но пираты захватили наш корабль, и меня забрали в заложники.
Невероятная история. Откуда вы? Из Америки. Смотрите, миссионеры. Они хотят обратить весь остров. И у них может получиться. Я не позволю этому случиться. Что тут останется без виски, рома и женщин? Ничего. Ничего. Это недопустимо. Пойдемте, парни. Мы прокляты. Наши боги злятся, потому что мы пустили чужеземцев на наши острова. Они неверующие. Они должны умереть до завтрашнего вечера. Наши боги очень злы. Очень-очень злы. Каноэ поговорила с Пеле. Так что она права. Завтра они должны умереть. Нет. Тот, кто убьет их, умрет сам. Главнейшее, тогда прикажи им убраться с острова. Прикажи. Они помогут нам. Я не буду приказывать им. Это наши гости. Если богиня приказала убить их, то мы обязаны послушать ее. Нельзя отдать в жертву чужеземцев. Они защищены, как и женщины. Вы же знаете, мы больше не жертвуем людьми. Не смейте убивать их. Простые люди не могут помешать приказу богини. Это сделал наш король. И он был человеком. К тому же, он пожалел одного человека. Это правило можно снова вернуть. Король Камехамеха отменил это правило, потому что он был потомком небесных существ. Хватит. Я поговорила с Пеле. Она хочет убить всех нас. Этот мужчина не верит в Пеле. Так ведь, мистер Торнтон? Отвечайте. Я верю в Бога, вот и все. Генри, что происходит? Что происходит? Все под контролем. Под контролем? Да. Я слышала, что они хотят убить нас. Это все Каноэ. Она какая-то... Нам надо уезжать. Господь защитит нас. Почему ты так уверен? 91-й псалом. Слова не остановят копье, летящее в твое сердце. Господь заведует всем. Да, он все контролирует. Вы чего? Нам нужно уезжать. Извините за то, что вы увидели. Я сделаю все, чтобы защитить вас, но... Но что? Будьте осторожны. Жрица Каноэ очень сильна, и ее слова влияют на всех жителей острова. Чужестранка. Я понимаю, зачем она приехала. Она такая жалкая. Ужас. Мне жаль ее. Интересно, когда они решат уехать? Генри, меня уже закусали комары. Во всем виноват Кук. Кукули,
Капу, иди сюда. Быстрее. Подойди, Капу. Прости, но мы должны преподнести жертву Пеле. Кипа, Налу, хватайте его. Алика, прошу, не надо. Хватит. Тащите жертву к алтарю. Нет. Алика! Во всем виноват Кук. В смысле? Он привез сюда комаров. Точнее, комаров Куликс. Их привезли вместе с едой. А он привез что-то хорошее? Да. Полотенце, кофта. Доброе утро, Генри. Доброе, Макана. Мисс Мэри. Что происходит? Жертва убежала. Вы о ком? Капу. Почему они выбрали его? Они сказали, что он вор, но это неправда. Если Кано или Алика выбрали его, то они его утопят или отдадут в жертву. Вы же сказали, что больше не жертвуете людьми. Да. Но Алика и Кано хотят вернуть старый порядок. Это сумасшествие. Мэри! Мэри! Куда ты идешь, Мэри? Стой! Стой! Зачем ты привез меня сюда? Ты сама захотела? Нет, ты сказал, что мы едем к миролюбивым людям. Я уже ненавижу их. Я ненавижу каждого из этих грязных дикарей. Мэри, тише. Твои слова слышит Господь. Господь создал этих дикарей так же, как и нас. У них тоже есть душа. Мне плевать на Бога. А Богу плевать на меня. Если бы ему было не наплевать на меня, то я была бы в Бостоне, а не на этом острове. Ты отвез меня на этот богом забытый остров вдаль, на тысячи километров от моих любимых людей. И ты думаешь, я буду благодарна тебе за концерт с жертвоприношением? Как ты будешь распространять веру, если ты презираешь их? Ты
Если ты думаешь, что им нужна твоя вера, то ты дурак, Генри. Им не нужно от тебя ничего, но ты заискиваешь перед ними. Чего ты хочешь? Займить себе одну из их женщин? О, Господи! Прости меня, Мэри. Прошу. Что я наделал? Я ненавижу тебя. Будь проклят тот день, когда мы встретились. Ты больше никогда не коснешься меня. Мэри. Будь осторожна, главнейшая. В смысле? Мы не знаем их намерений. Американцы предлагали обмен Японии. Мы отказались. И? Они угрожали захватить нас. Будь осторожна. Сэр, как вам этот прекрасный вечер? Чем могу помочь, джентльмены? Джентльмены? Мы не джентльмены, мы бухаем, трахаем баб, ну и в общем грешим, да, святой? Я здесь не чтобы вас судить. Не будешь? А если так? Я грешник, да? Грешник? Хватит. Не вмешивайся, не надо. Это не твое дело. Я сказал, хватит. Что? Ты кто такой? Уходите. Парни, идем. Пойдемте. Вас тут не все приняли, мистер Бингем. Полагаю, нет. А зачем вы приехали? Чтобы говорить с людьми о Боге. Мне не верится, что вы проехали столько ради этого. Думаю, есть еще одна причина. Например? Вы хотите совершить взаимный обмен. Уверяю вас, подобных намерений у меня нет. Американцы приплывали к нам за этой же целью. Я здесь не за этим, а для чего-то гораздо более ценного. И зачем же? Надеюсь, что разберусь с этим. Извините. Пошли. За что? Я не виновен. Каков трус? Ты же такой великий воин. Капу, ты должен гордиться этой жертвой. Хватит плакать. Ты полный трус. Я не заслужил смерти. Бедняга. Вы не можете отменить казнь? Я не согласна с этим, миссис Торнтон. Но я не могу пойти против слов. Пели. Нам нужна жертва.
Арика! Арика! Но ведь вы главное. Что случится, если жертвы не будет? Вулкан начнет извержение и поглотит весь остров. И вы верите в это? Отец изгнал Пеле из-за ее гнева. Последней каплей стало то, что сестра Пеле, Намакохаи, соблазнила ее мужа. Язычники ужасны. Хирам? Хирам, что случилось? Ничего, я в порядке. На тебя напали? Да. Кто? Кто это сделал? Моряки. И как этих тварей земля носит? Почему это разрешает Бог? Мэри, мы должны подставить врагам другую щеку. И даже помолиться за тех, кто нас преследует. Иначе... Какая разница между нами и ними? Иногда невозможно жить по Слову Божьему. Мэри, не теряй веры, Мэри. Я знаю Капу много лет. Он был хорошим мужчиной. Он не заслужил такой смерти. Я видела, как его положили на жертвенник, и почувствовала ненависть. Почему Бог требует смерти человека ради своего успокоения? И почему убивает людей, если ради него не убьют ни одного человека? Чужестранцы говорили о едином Боге. Кто прав? Капу, ты должен быть счастлив, что тебя выбрали жертвой для богини. Пеле успокоится. Твой дух станет свободным. Этим мечом капитана Кука мы приносим эту жертву тебе, богиня. Сегодня великий день. Наша богиня будет рада. Да что с вами? Мы спасены. Это неправильно. Так и есть. Я знал Капу. Он был добрым. Я в этом уверен. Ведите его к вулкану и принесите в жертву Пеле. Сбросьте его туда. Мэри, ты в порядке? Мэри, прошу, ответь. Я не верю, что его убили. Они убили человека ради какой-то языческой богини. Генри, увези меня домой. Я не хочу быть тут. Ради Бога, прошу тебя, увези меня. Мне стоило вмешаться? Нет. Нет. Так нельзя. Это их земля. Не наша. Не забывайте об этом. Не забывайте. Целых 2 месяца мы наблюдали за миссионерами со стороны и не знали, что делать. Они не сдавались.
Тем временем, с каждым днем чужестранке было все хуже и хуже. Боюсь, скоро она умрет, ведь она так слаба. Мэри, я никогда не говорил тебе до этого. Я люблю тебя. Прости, что я привез тебя сюда. Я отправлю тебя первым кораблем. Обещаю. Клянусь. Это невероятно. Для первого раза отлично. Спасибо. У вас есть дети? Были. Но мой сын ушел. А вскоре после него и моя жена. Наши соболезнования. Как вы преодолели такую потерю? Господь помог мне пройти через это. А та женщина, она в порядке? Не очень хорошо, к сожалению. А мы можем помочь ей? Если честно, я не знаю, что делать. Кроме того, что молиться. Вы молитесь? Богу. Да. Ты в порядке? Генри, мы умрем тут. Нет, нас защитит Господь. Если Бог существует, то тут его нет. Надо уезжать домой. Я рядом. Увези меня отсюда. Я обещал тебе, что я отправлю тебя первым кораблем. Я уеду с тобой. Обещаю. Я не оставлю тебя. Обещаю. Боже, помоги. Я не понимаю, что мне делать. Я провалил свою миссию. А жена презирает меня. Она никогда не простит меня. Господь. Ты отправил сюда нас на смерть. Вы тоже не можете заснуть? Да. Да. Как ваша жена? Ей плохо. Боюсь, что она умирает. Мне жаль. Я могу помочь вам? Нет, на нее... нападает страшный враг.
Враг? Да. И кто это? Сатана. Дьявол. Да. Это враг всех людей. Скажите, почему наш Бог ждет жертвы, а ваш нет? Потому что однажды Он принял одну жертву, и его звали Иисус Христос. Подождите. Вы же сказали, что Иисус был Сыном Господа. Почему Он стал жертвой? За что? Он решился на смерть, чтобы успокоить гнев Божий за все наши грехи. Я не понимаю. Вы говорили, что Он Бог любви, а теперь Он Бог гнева? Так какой Он? Трудно верить в Бога, в котором есть многоликость. Он любит своих детей, Он прощает грехи всем людям, но злится на тех, кто идет против Него. Но почему Он решил взять в жертву всего лишь Сына? Почему не грешника? Потому что Он стал идеальной жертвой. Единственной приемлемой жертвой. Господь пожертвовал собой ради людей. Какая интрига. Спокойной ночи, мистер Торнтон. Доброй ночи, Ваше Высочество. Доброй ночи, Главнейшее. Господь, Отец наш, помоги нам. Мы пришли сюда, чтобы нести слово о Тебе и Сыне Твоем этим людям, но для нас ничем хорошим это не обернулось. Пожалуйста, Господи, благослови мою жену. Пусть она поправится, если на то Твоя воля. Пожалуйста, Господи. Если на то Твоя воля. Следующий корабль прибудет недели через две. Миссионеры провели на нашем острове 3 месяца. Женщина совсем плоха. Мы предложили ей мясо, пой, но она не может есть нашу еду. Быть может, празднование поднимет ее дух. Это тебе. Спасибо. Большое спасибо. Очень вкусно, Махало. Не за что. Махало. Махало. О, Главнейшее, я так понимаю, на следующем корабле они отплывают. Мистер Торнтон и его жена уедут, но мистер Бингам останется. Они все должны уехать. Я вождь племени. Я решаю, кто останется, а кто уплывет. Они опасны для племени. Как и Кук, они заставят нас забыть наших богов. Они неверные. Почему? Они все должны уплыть на следующем корабле. Каноа держит в страхе все острова. Никто не желает слушать, даже если это правда. Посмотрите на звезды. Сколько же их? Миллиард? Триллион? Мы прибыли сюда. Некоторые из нас оставили свои семьи, дом.
но провести Рождество с другими. И любая жертва во имя Христа будет вознаграждена 100 крат. Преподобный Генри, Макана вам. С Рождеством. Спасибо, Макана. И тебя с Рождеством. Можно к вам присоединиться? Да, пожалуйста. Я так рад, что вы пришли. Акира, верно? Можно мы споем «Тихую ночь» для вас? Да, пожалуйста. Благословите нас вашими прекрасными голосами. Готовы? Тихая ночь, святая ночь. Все светло и ярко. Святая Матерь с Сыном рядом. Святой Младенец так нежен и кроток. Спи в блаженном покое. Спи в блаженном покое. Прекрасно. Давайте споем еще раз. Тихая ночь, святая ночь. Вожди искали тебя. Я была с миссионерами. Я не понимаю. Это было несравнимо ни с чем, что я когда-либо слышала. Что произошло? Я почувствовала покой, любовь и радость. О чем ты говоришь? Ты же не... А что если это действительно правда? Что если Господь принял человеческий облик и пожертвовал собой ради искупления грехов мира? Это немыслимо. Наш соплеменник Апукахайя поверил. Поверил им. Он писал об этом Иисусе. Но я не поняла. Главнейшее. Через 3 дня будет еще одна жертва. Кто? Макана. Макана? Ты издеваешься? Нет. Мы должны покончить с этим. Но мы не можем, главнейшее. Бог Ку требует жертвы. Ты не уважаешь нашего вождя Камехамеху III? Он приказал покончить с человеческими жертвами. Он остановил жертвоприношение из-за чужаков. Из-за капитана Кука и британских матросов, которые не верили в наших богов. Ты хочешь прекратить молиться нашему богу? А что если бог не такой, каким мы его представляем? Что если есть другой путь? Ты позволяешь чужакам затуманить твой разум. Что это за бог такой, раз ему нужны человеческие жертвы? Макана хороший человек, и мы убьем его только потому, что Каноа приказывает. Она всего лишь женщина. Всего лишь женщина. Каноа очень могущественна. Не переходи ей дорогу. Решение уже принято. Он станет жертвой. У
Господи, пожалуйста, если ты есть, я хочу знать правду. Кто ты? Кто ты на самом деле? Покажи мне правду, я должна знать, так не может больше продолжаться. Если ты есть, покажись мне, явись передо мной. Мэри, Мэри, это самая свежая пища, которую удалось найти. Гораздо более свежая, чем в Бостоне. Посмотри сюда. Их только что... Они принесли тебе дар. Мне жаль, что ты проходишь через это. С Рождеством, Мэри. С Рождеством. Она в порядке, Хиром? Она страдает от нервного срыва. Если честно, я не знаю, что делать. Генри сейчас с ней. Может, помолимся? Да. Молитва. Истовая молитва. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю, Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя. И под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение — истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысяча и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизятся. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло. Не приключится тебе зло. Ты хотела меня видеть? Я слышала кое-какие новости. Какие? Главнейшая Капиалани приняла нового бога. Я не знаю ответа. Не лги мне. Пели наказывает всех лжецов. Она любит и уважает Пели. Ты же знаешь. Мы это из нее вытащим. Молись, Пели, что это неправда. Собирай старейшин и других жриц.
Генри, помоги. Поднимай, поднимай, поднимай. Поднимай, все разом навалились. Поднимайте вверх. Поднимайте. Давайте все разом поднимайте, поднимайте, поднимайте. Давайте, давайте. Я так рада, что ты выжил. Мэри, Мэри, ты в порядке? Да. Я рада, что он выжил. Я тоже, я тоже. Прости меня, я так ужасно себя вела. О, нет, нет. Я выставила нет. себя дурой и опозорила нет, всю миссию. Нет, Мэри. Я по глазам вижу. Ты смелая, потому что приехала сюда. Я должен был предвидеть до того, как мы приехали, как тяжело тебе будет. Мэри. Я так тобой горжусь. Я так тобой горжусь. Спасибо, спасибо. Вот так Мэри стала другим человеком. Тяжелая завеса угнетения поднялась. Для нее это было началом нового дня. Как красиво. Да, очень красиво. Я говорил о тебе. Обо мне, Генри. Ты считаешь меня красивой? Да. Будьте сильными, братья мои. Нашему Богу нужна жертва. Мы выбрали человека. Он подходит под требования Пеле. Мы избрали Макану. Они приносят в жертву одного из нас. Кого? Макану. Зачем? Потому что его отец был врагом нашего вождя. Прости, брат, тебя избрали. Твой отец служил вождю Каликели. И поэтому он наш враг. Мне платить за грехи отца? Мне жаль. Тебя принесут в жертву Ку и Пеле завтра на рассвете. Это безумие. Полнейшее безумие. Да ты псих. Хирам, что такое? Опять жертвоприношение. Человеческое? Да, в жертву принесут Макану. Нет, Макана, этого не может быть. Нам нужно их остановить. Я не знаю как. Мне жаль тебя, Макана. Ты должен был умереть как мужчина.
Генри говорит, нам не нужно вмешиваться. Вспомни, что было в тот раз. Я не собираюсь смотреть, как невиновного убьют. Но ты один, Хиром. У тебя нет оружия против этих воинов. Прости, Мэри, я должен попытаться. Макана мой друг. Мой брат. Он и наш друг тоже, но ты ничего не сможешь сделать. Прости, Мэри, я должен. Боги недовольны твоим поведением. Отпустите его! Мы его схватили. Его принесут в жертву. Не ты, вождь племени Алика. Она и Алика. Я отвечаю перед Пеле. Ику. Им нужна жертва. Каноа сказала. Каноа тоже не вождь этого племени. Я не потерплю, чтобы наших богов осквернили. Вся наша деревня может умереть, если мы их не задобрим. Взгляни туда. Вулкан уже сердится. Я пытаюсь спасти деревню от разрушения. Если тебя волнует твой народ, ты придержишь язык. И ты позволишь им принести в жертву Макану? А что я могу сделать, мистер Бингем? Я не могу пойти против Пели. Прикажи им остановиться. Но такова воля богов. Алика велел никого не пускать. Мы не можем нарушать приказ. Я ваша главнейшая. Я приказываю вам впустить его. Быстрее, Хиром. Да, главнейшая. Как ты, Макана, брат мой? Прости, дружище, что из-за нас ты попал в беду. Завтра я умру. Мне нужно знать правду о вашем боге. Он не мой бог. Он бог всех и каждого. Он может стать и твоим богом тоже. Уже слишком поздно. Никогда не поздно. Покуда еще остался в твоем теле дух, говорится в Библии, если ты призовешь Бога, будешь спасен. Это возможно? Да. Удивительно, что Бог пожертвовал собой ради нас. Брат Хиран. Конечно. Я прослежу. Все бы сейчас отдал, чтобы заняться серфингом. Пора, Макана.
В чем дело? Где Макана? Я займу его место. Найти Макану. Я сказал, что займу его место. Можете принести в жертву меня. Фан Макану! Ремей! Почему Хирам с ними? Наверное, он что-то сделал не так. Хирам, куда ты идешь? Что происходит? Алика! Что происходит? Назад! Алика! 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 Не делай этого! Что? Убирайся! Он сказал, что принесет себя в жертву. Что? Что? Нет! У меня нет семьи, а у Маканы есть. Хирам, это не наше дело. Хирам, это безумие. Откажись, прошу тебя. Хирам, не надо! Прошу тебя, не надо! Что ты делаешь? Мы не можем больше ждать. Генри, сделай что-нибудь! Главнейшее, прошу тебя! Его нужно принести в жертву. Умри же! Стойте! Опусти свое копье! Я приказала остановиться! Люди, послушайте меня! Послушайте меня! Я уже 2 года ваша главнейшая. Я верой и правдой служила вам. Все, что я делала, всегда было направлено на благо нашей деревни. Мы не должны бояться правды. И неважно, насколько она горькая, я приняла решение. Вам больше не нужно поклоняться Пеле. У вас теперь есть право молиться, кому пожелаете. Что ты такое говоришь? Вы меня слышали. Они могут молиться, кому захотят. Пеле нас всех убьет из-за того, что ты сказала. Она нашлет на нас огненный дождь. Как ты смеешь говорить против Господа, в которого я верю?
Ты больше не веришь в Пеле? Нет. Разве она не чужеземное божество с Бора-Бора? Главнейшее, ты потеряла рассудок? Вы можете поклоняться своему богу. Докажи, что твой бог настоящий. Как? Иди к вулкану. Посмотрим, позволит ли Пеле тебе выжить. Я сделаю это завтра на рассвете. А пока отпустите мистера Бингема. Слава богу, слава богу. Разойдитесь, отпустите его. Вы слышали, что вам приказали? Эй. Пойдем, идем. Теперь ты в безопасности, ты в безопасности. Хирам, прошу, Хирам. Если завтра на рассвете Капиала не умрет, убейте чужаков. Каких? Всех. Нужно убедиться, что больше никто никогда не приедет на наш остров. Это необходимо? Можно просто отослать их обратно в их страну. Ты смеешь ставить под сомнение мои слова, Алика? Нет. Ты единственная, кто желает им смерти. И что с того? Когда Капиала не умрет, я стану вашей новой главнейшей. Пеле будет к нам милостиво после того, как Капиала не станет. Ты же не делаешь все это ради того, чтобы задобрить Пеле. Что ты имеешь в виду? Все ради власти. Ты хочешь стать главнейшей. Не смей так разговаривать со мной. Вы должны уехать немедленно, пока все не проснулись. Вас ждет лодка, они отвезут вас в Оаху. Зачем? Если я не вернусь, вас убьют. Ты вернешься? В любом случае, вам лучше уехать. Если уедем сейчас, наша вера перестанет что-либо значить. Наши жрицы очень могущественны. Никто не сможет нас убить, пока все не закончится. Никто еще не возвращался с вулкана. Милая, это было прекрасно. Ты такая чудесная. Да. Молодец. Иди сюда. Хороший мальчик. Послушайте, она подготовила для нас лодку, чтобы завтра утром мы уплыли. Почему? Потому что нас убьют, если она не вернется. Я верю, что она вернется. Я знаю, но мы не можем быть уверены. Я не боюсь за себя, но я не могу рисковать тобой. Я не боюсь умереть, пока я с тобой. Господи, благодарю. Знаю. Все будет хорошо, мы в руках Господа. Пошли со мной, идем же. Хорошо. Иисус, я люблю тебя. Я знаю, что ты Сын Божий. Я знаю, что ты Спаситель. Прошу, будь со мной, когда я пойду к вулкану. Если я умру, с нетерпением жду встречи с тобой. Мои храбрые воины, прощайте. Я ухожу, но я вернусь. Не глупи, главнейшая. Я прошу тебя не делать этого. Да, у нас были разногласия, но я не хочу, чтобы ты жертвовала собой.
Мы просим тебя не совершать такой глупый поступок. Главнейшее, ты была к нам добра. Если ты пойдешь туда, уже никогда не вернешься. То, что было утрачено, будет найдено. Все пророчества гласят, что ты умрешь, если пойдешь в Халимау-Маау без жертвы. Слышишь? Ну, значит, я умру. Позор тебе. Ты такая же безбожница, как и они. Никто их не тронет, пока меня не будет. Это прямой приказ. Им не причинят вреда. Но если к заходу солнца ты не вернешься, они умрут. Оставьте их. Алика, я тебе нужен. Капиолани, я хочу умереть сегодня. Мы вас обоих убьем. С ней все будет хорошо? Да. Мне пойти с ней? Нет. Я слышала, что назад никто не вернулся. Она теперь в руках Господа. Зачем? Вы знаете, что будет, если у меня не получится. Мы тебя не оставим. Твоя вера – это наша вера. Ты наша сестра во Христе. Мы будем с тобой до самого конца. Вы правда? Мои братья и сестры. Да. 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 Теперь мы одна семья. Главнейшее, прошу тебя. Прошу, прости меня. Я вела себя недостойно, когда только прибыла. Я относилась к вам с таким презрением. Я была плохим примером христианки и женщины. И все же вы приняли нашу веру. Теперь я знаю, что я не лучше, чем кто-либо на этом острове, и на самом деле гораздо хуже, чем ты. Ты такая смелая. Я понимаю, что у тебя нет причин меня прощать, но пойми, что это была лишь моя блажь. К ним она отношения не имеет. Прости меня. Прости нас всех. Мэри, когда-то мы все были потерянными, но теперь мы обрели себя. Все мы дети Божьи. Мир тебе, сестра. Я люблю тебя. Я тоже люблю тебя, храбрейшая. Получи бонус до 25 тысяч рублей в букмекерской компании BetWinner. Ищи BetWinner в интернете и испытай свою удачу сегодня. Господь, пастырь мой, я не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих. Умастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена.
так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. И пребуду я в доме Господнем многие дни. Господь с нами. Господь с ней. Ну же, Господи! Я пришла к Тебе! Докажи, что Ты есть! Покажи себя! Яви себя мне! Ты спишь? Прячьтесь! В укрытие! Убейте их, убейте! Убейте их всех! Всех? Да! Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу. Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Мне жаль, что дошло до такого. Мы пели великие псалмы, но мы должны следовать приказам. Готовьтесь к смерти! Она возвращается с вулкана? Это невозможно. Вы уверены, что это она? Она хочет, чтобы мы все умерли. Погодите, она выходит. Она жива. Она жива. Она жива. Она жива. Видите, я вернулась, целая и невредимая. Отпустите их. Они вольны поклоняться Богу вулкану, если им угодно. А мы вольны славить нашего Бога. Правда дарует вам свободу. Поклоняйтесь любому Богу. Что касается меня и моего семейства, мы будем поклоняться Иисусу Христу. Не будет больше убийств. Не будет больше жертвоприношений.
Не будет больше одной религии. Ваши путы пали. Я тебя убью, мерзкая безбожница. Нет. Довольно. Ты слышала? Больше не будет убийств. Это наша главнейшая, и ты будешь подчиняться ее приказам. Махало. Капиалани, прости, что недооценил тебя. Я верен Пеле, но, возможно, я приму в расчет и твоего бога тоже. Это был самый смелый поступок, который мне доводилось видеть. Это не моя заслуга. Меня вел Господь. Настоящее чудо. Мы боялись, что ты не вернешься. Я тоже сомневалась. У нас есть повод для праздника. Кто ты? Человек. Такой же, как и ты. У нас появился повод для праздника. На той горе я испытала то, что не могу описать. Я чувствовала, что меня кто-то защищает. И, наконец, я поняла, что такое хорошие новости. Мы обрели свободу, которой раньше не ведали, и Бога, который любит нас. Люди говорили мне, каким смелым поступком было отправиться на вулкан. Но эта смелость родилась от любви Божьей, от любви, которую я искала всю жизнь. Кто-то называет неповиновение Пеле одним из величайших актов доблести духа. К 1850 году Гавайи приняли христианство. К концу 19 века уровень грамотности на Гавайях был одним из самых высоких в мире. Поэт Лорд Теннисон посвятил главнейшей Капиалани свою поэму «Капиалани».